В России снова дорожает топливо, пока на опте. Участники рынка и эксперты полагают, что объемов заводского производства недостаточно для покрытия спроса. В итоге его традиционно в значительной степени удовлетворят за счет суррогатов. О возможности дефицита зимой дизельного горючего на внутреннем рынке предупреждали независимые операторы, в том числе Российский топливный союз. В свою очередь в Минэнерго заверяют, что спрос со стороны автомобилистов полностью удовлетворен. В Тверской области, согласно последним данным Тверьстата, с начала года бензин подорожал в среднем на 4,69%. Быстрее всего растут цены на 98-й, за 9 месяцев на 6,8%. Марка АИ-95 подорожала на 4,5%, АИ-92 на 4,67%. Стоимость дизельного топлива выросла на 3,25%.